Охота и рыбалка – самые популярные направления турбизнеса в Ненецком округе. 90% туристов, которые посещают наш регион, выбирают именно это направление. Данные были озвучены на совещании в Управлении культуры и туризма, где представители ведомства и окружного туристического бизнеса обсудили, как сделать регион привлекательным и доступным. Крупнейшие туроператоры России заинтересованы сотрудничать с Ненецким округом. Это стало известно в апреле после встречи губернатора Игоря Кошина с представителями Ассоциации туроператоров России. Две компании готовы работать с регионом. Готов ли округ принимать чартерные рейсы и комфортно размещать большие группы туристов, думать не приходится. Но на сегодняшний день, к сожалению, наш округ к этому не готов, к такому большому количеству приезжающих туристов. Даже просто банально по гостиничным мощностям на расселение, да, то есть и по тем же самым сервисным обслуживанию. У нас нет сервисменов, так называемых, которые бы вели туристическую группу от начала и до конца. Операторы помогать готовы, но при наличии окончательно сформированных турпродуктов с ними проблем не возникает. Туристический центр, к примеру, разработал несколько активных этно- и экологических маршрутов. Проблема в инфраструктуре, вернее, ее отсутствии. Пока в Наринмаре не построят необходимое количество гостиниц, сети общепита и не наладит транспортное сообщение, не поможет даже реклама. Кстати, ей должно уделяться не меньшее внимание. Если сравнить нас с другими регионами, которые присутствуют на туристическом рынке, то во внешних источниках про Ненецкий округ информация никакая отсутствует. По крайней мере, когда летишь на самолете, открываешь журнал, там все написано про Ханты-Мансийск, про игру, про Архангельск, да, и про все прочее. Матвей Чупров призвал турбизнес использовать менее затратные средства рекламы, соцсети, средства массовой информации, мультимедиа-материалы. Кроме того, в Управлении культуры и туризма ведется работа по включению Ненецкого округа в федеральный мобильный путеводитель «Топ-Трип-Трип». Он поможет туристам узнать о достопримечательностях округа, природных объектах, местах, где можно отдохнуть, поесть, купить сувениры. Ненецкий округ также будет представлен на национальном туристическом портале «Russia Travel». Опытный бизнесмен Юрий Тюлюбаев добавил, отрасль надо развивать комплексно. Активно наше местное предприятие, это прежде всего Наринмарский объединенный авиаотряд. Мы в плотном сотрудничестве с ними работаем. Мы со Стопчуком регулярно встречаемся на тему того, какие, так сказать, есть возможности по развитию туризма, потому что транспортная составляющая одна из основных. В ближайшее время Управление культуры и туризма приступит к разработке долгосрочной концепции развития туризма в Ненецком округе. Валентина Чибичик, Леонид Шишилов, телеканал «Север».